Все говорят, любовь, любовь. А что это такое и где она прячется, никто не рассказывает. Ответ на этот вопрос мы найдем в самом подходящем для этого месте. В Ледовом здесь собрались все влюбленные на грандиозном Big Love Show. Любовь, любовь, а что это такое? Ну, любовь — это когда ты не можешь без кого-то жить. Когда ты вот смотришь на этого мальчика и думаешь, вот если он сейчас уедет куда-то, я останусь без него, то я не смогу больше жить, я умру, я погибну. Это необходимость в человеке. Любовь — это прежде всего доверие, на мой взгляд, если мы говорим об отношениях между мужчиной и женщиной. Если мы говорим в божественном плане, любовь — это понимание гармонии и соединение таких вещей, как Вселенная, человек и природа. Вот подрастешь, узнаешь. И на самом деле любовь — это такое теплое чувство настоящее, когда ты находишь родного человека, и он вроде бы тебе был не родственником, вот у тебя есть, например, братик и сестра. Это одна любовь. А тут ты находишь себе родственника твоей души, понимаешь? Вот это и есть любовь. Вы поймете это, но поймете, наверное, попозже. Когда ты даже не задумаешься и можешь за этого человека прям жизнь отдать. Вот это настоящая любовь. Но влюбленностей в жизни будет много. И это же прекрасно, это хорошо. Но когда вы встретите своего человека, по-настоящему свою половинку, поверьте, вы сразу это поймете. Я поняла в течение 10 минут. А вы влюбчивый человек? Нет, я совсем не влюбчивый человек. Я всю жизнь работала. Я помню, что я поцеловалась впервые, когда мне уже было 18. То есть я много училась, работала, пела, и мне как-то было не до любови. И я скопила в себе вот это чувство, большую любовь, и сейчас отдала это мужу своему. А никто не знает, что такое любовь? Мне кажется, у каждого определение любви свое. Да. Кто что чувствует, кто переживает. Любовь, эмоции. Любовь — это прекрасное чувство, которое дарит людям радость или, наоборот, печаль. Любовь бывает разной, да. Кого искал, кого любил, я проходил сквозь эти стены. Любовь — это притяжение двух людей, двух сердец, друг дружки. Это когда ты находишь вторую половинку. Вот это и есть любовь. Я испытывал это чувство, и это невероятно. А что это такое и четкое описание, его просто не существует. Это то, что чувствует каждый человек по-своему. Посмотрите, какие они милые и классные. Они спросят вас о том, что такое любовь. Так что подготовьтесь. Любовь – это смысл жизни, вот как я вам скажу, понимаете? Любовь бывает разная. Может быть, к Вове или к вам, или к ребенку, или к молодому человеку, или просто к своему любимому делу. Поэтому это все, что нас движет, понимаете? Это все. Такой ответ принимается или нет? Нет, любовь — это самое большое счастье, которое есть у человека. Каждый человек должен испытать это чувство, потому что это самое прекрасное, что есть в нашей жизни. И каждый человек только ищет любовь, потому что мы думаем, что мысли нашей жизни — это сам есть и любовь. Самое главное в мире, наверное, людей — это просто любить. Больше ничего. Да. Говорят, любовь, любовь, а что это такое? Что-то очень чистое. Магия. Да, это химия, магия, физика. Все вместе. Ну, я сама не знаю. Знаешь, так везет людям, которые узнают это. Они просто чувствуют. Когда хочется заботиться о ком-то, долго-долго, всегда-всегда, и делиться с ним, всем-всем, что у тебя есть, это любовь. Я думаю, что любовь – это то самое чувство, ради которого стоит жить, дышать, творить. Как вы думаете, Ванеш? Да. Как вы думаете, что такое любовь? Если поменяете. Перемены мест слагаемых, сумма не изменяется. Любовь? Любовь — это, наверное, нечто необъяснимое, потому что никто не знает, что это, не может его объяснить.
Когда вы стояли на сцене, вы чувствовали любовь к залу? Любовь была повсюду. Я даже не понимала, кому она принадлежит, мне или им. Она принадлежала всем. Мы чувствовали любовь и к залу, и любовь от зала. То есть да. Она присутствовала, конечно же, сегодня в этот день. Самое большое счастье, когда ты чувствуешь взаимоотдачу, потому что мы безумно сильно дарили свою любовь и свое признание к людям, но на самом деле от них мы тоже чувствовали очень большой посыл, поэтому это самое большое счастье артиста. Признаться мальчику в любви. Я все-таки считаю, что лучше вообще ему в любви не признаваться, все-таки в любви должен признаться первый мальчик. Поэтому даже если вы очень сильно кого-то любите, сделайте все так, чтобы он сам первый признался вам в любви. Девушка должна в первую очередь сама звонить, сама писать и просто действовать напрямую, просто идти говорить, а ты мне очень нравишься, пойдем гулять. Рассказать о своих чувствах, все, что ты чувствуешь, это не должно быть как-то. Как ты чувствуешь, так оно и будет. У каждого, мне кажется, это свое признание. Но точно не надо молчать. Если ты понимаешь, что человек достоин этого, тогда надо сказать обязательно, потому что потом можем об этом жалеть. Слушайте, ребята, надо, знаешь, что сделать? Ну, это нельзя на камеру, понимаешь? Наметила цель, идешь к ней. Глаза, главное, глаза. Все. Он обязательно будет твой, потому что если ты чего-то хочешь, чего-то очень-очень сильно хочешь, это обязательно к тебе притянется. Сначала это должен сделать мальчик, потом ему можно ответить, если он нравится. Я, к сожалению, не смогу назвать имя и фамилию девочки, но первый поцелуй я получил в детском саду. А вы получали когда-нибудь валентинки? Я не помню дословно, что в них было написано, но, конечно же, получал. Получал и, наверное, уже в достаточно зрелом возрасте, в школе, не совсем юном. Да, я писала в школе валентинку, причем своему преподавателю по физкультуре. Я помню, писала записочки, вот такие вот анонимные записочки на День Святого Валентина. У нас еще в школе была такая коробочка, куда мы все эти валентинки и записочки кидали, да, складывали. Ну и вот так вот мы признавались в любви. Когда мы были маленькие, этот праздник еще здесь не праздновали. Да. Надеемся в этот раз получить. Я праздновала, но что-то мне валентинки сразу подарки дарили. Это, наверное, чуть получше. Может, это был Новый год? И я дарила, и мне дарили. Сама даже вырезала. Это очень здорово на уроках. Я любила очень анонимные валентинки, потому что всегда я придумывала, кто же это принц на самом-то деле, который мне подарил валентинку. А мне еще не подарили валентинки. Девчонки, вы меня подарите уже наконец-то. Подарим. Да. Я не была победителем по валентинкам, мне приходили 3 в год. Вот, но я тоже... был победителем. Ну, Артик, ты себя видел, конечно. Я была скромной в детстве. Да, с надписью «Теперь ты должен на мне жениться». Мне дарили валентинки в классе. Мальчишки, да. Это было очень приятно, я помню, я очень ждала. Еще нету ни одного. Ни одной валентинки нету. Ну, а у скоро, меня тоже нету. Ну, вы такие красивые, такие прекрасные. Отдай сюда микрофон. Он мне больше идет. Смотри, какой большой. Ты маленькая. Давай лучше улыбаться туда и говорить. Мальчики, пожалуйста, напишите нам валентинку. Ну, одну, ну что, вам жалко, что ли? А нам приятно. Мы будем радоваться. Пишите письма, друзья. Это еще очень романтично. Сегодня мы узнали, что любовь нельзя увидеть и услышать, а можно только почувствовать. На Big Love Show побывали Маша Андронова, Соня Гагарина, Виолетта Каява и Олеся Андронова.